Видео подготовлено для канала «Уроки ТВ. Математика. 4 класс. Автор Чекин. Часть 2. Задание 76. Запиши произведение в виде суммы. Составь из этих произведений 3 верных равенства и запиши их». Итак, 5 умножить на 18 сантиметров. Воспользуемся правилом. Если число умножается на величину, то это означает, что эта величина умножается на это число. А если величина, в данном случае величина это 18 сантиметров, умножается на число 5, то значит нужно взять 5 раз по 18. Тогда в виде суммы это будет выглядеть так. 18 сантиметров плюс еще раз 18 сантиметров плюс еще раз. Еще раз и последний раз. 18 сантиметров. Всего мы взяли 5 раз по 18 сантиметров. Следующие 38 дециметров умножить на 4. Значит, нужно сложить 4 раза по 38 дециметров. Плюс... Последний раз. 4 раза по 38 дециметров. Дальше 23 миллиметра умножить на 3. Нужно взять 3 слагаемых по 23 миллиметра. Плюс. И еще раз. Следующие 4 умножить на 38 дециметров. Эта запись обозначает, что нужно взять 4 раза по 38 дециметров. Первый раз, второй, третий и четвертый. Следующее 18 сантиметров умножить на 5. 5 раз по 18 сантиметров. Один раз, два, три, четыре и пять. 5 раз по 18 сантиметров. И последние 3 умножить на 23 миллиметра. Это означает, что нужно 3 раза взять по 23 миллиметра. Один раз, два. И третий раз. А теперь нам нужно составить из этих произведений 3 верных равенства и записать их. Тогда будем пользоваться правыми частями. Те равенства, в которых правые части совпадают, мы можем приравнять и левые части этих равенств. Итак, равенство первое. Это 5 раз по 18 сантиметров. Тогда 5 умножить на 18 сантиметров, это будет равно, все равно, что 18 сантиметров умножить на 5. Это подтверждается записанными ранее нашими вот этими суммами. Так, следующее равенство 38 дециметров, 38 дециметров умножить на 4, это все равно, что 4 умножить на 38 дециметров. Потому что 38 дециметров умножить на 4, это 4 раза по 38, а 4 умножить на 38 дециметров, это тоже 4 раза по 38. На этом основании мы записали вот это равенство. И последнее равенство. Так, это 23 миллиметра. 23 миллиметра умножить на 3. Это все равно, что 3 умножить на 23 миллиметра. Потому что и в том, и в другом случае это сумма трех слагаемых. 23 миллиметра.
Задание выполнено, и если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк, а если у вас появились вопросы, пишите в комментариях.